Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Angry Birds 2. Ну что же, у нас с вами 81-я миссия, я думаю, пора приступать к ней. И у нас здесь уже ключик черный. А ключик нам дан для чего? Для того, чтобы открыть дополнительную новую птичку. Так что давайте сегодня попробуем этот ключик получить. Я думаю, что возьмем здесь с вами перец и уточку. Отлично. Ну что же, ой, елки-палки, ничего себе. Так, 4 эпизода. Яблочко, оно мне нужно. Оно мне нужно, потому что птичка до сих пор, друзья мои, голодная. И она может от меня уйти. Тогда мне придется все заново делать. Йоу. Кул. Найс, как счет назвать? Давай, давай, вот падай, падай вниз. Падай. Ах ты, голодранец. Не упал, друзья мои. Ну, мы знаете, что сделаем с вами? Берем вот так вот уточку. И... Давай, 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 давай. Да что ж такое, ты посмотри. Если... Как это он... Как он уцелел? Так, ну-ка, секунду. Этот еще смеется тут надо мной, понимаешь ли. Ну, давай попробуем, наверное, бомбочку сбросить. Отлично. Так, теперь вон того гаврюшу нам нужно с вами как-то подбить. Но, надеюсь, весельчаки... Да, у них все получилось. Взрыв на дорожку. И мы с вами переходим на следующий эпизод. Мы получили, кстати, орловские шпроты. Я их буду так называть. Ну что? А я-то радостный. Говорю на следующий уровень. Как я не мог увидеть вот этих двух мелких охламонов? Сейчас, сейчас, друзья мои. Сейчас мы с вами быстренько исправим ситуацию. Ну? Давай, 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 давай. Отлично, все. Вот теперь, друзья, все. Переходим на второй эпизод. Вот это мне совсем не нравится. Вот это мне совсем не нравится. Может быть, применить орла? Не, давай-ка мы с тобой просто перец применим. Ну-ка, на кого? Отлично. Вау, шикарно бомбануло, мне понравилось. Остается вот этих вот гавриков подбить. Ну, здесь, я думаю, нам поможет серебрянка. И будем мы с тобой бомбить. Блин, какой-то горелый получается. Но все сработало. Не ожидал, конечно, но сработало. Третий эпизод. Ага, здесь ракеты. Здесь камень. Можем с тобой сделать, наверное, вот так вот. Если я сюда запущу Реда. Вот так вот. Вау. Конечно, хотелось бы получше, но у нас есть Ленард, который плюется, да? Как бы нам так сделать-то с тобой? Давай, наверное, вот сюда вот. Оп, оп. Да. Плюнули. Ну-ка. Этот упал. А этот у нас, я не помню, это свинья или кто? Или это просто камень? По-моему, это просто камень. Вот здесь вот основное у нас, да, стоит. Сейчас мы, друзья мои, туда долетим и... Вот так вот. Козырно. А что нас тут поджидает? Хитрые такие, да, постройки? А если я применю перец, что вы на это скажете? Вау, надо было вот здесь внизу лучше. Ну и так неплохо, да, смотри. Ой-ой-ой-ой, этот выжил, ну... Цветочек его поймал. И выплюнул. Ну, здесь уже можно, как говорится, не экономить на птичках. Просто вот берем вот так вот и сносим. Вот и все. Ну что же, этот уровень мы с вами прошли. Я не думаю, что он был такой сложный. Почти 5 миллионов очков. Я получил яблочко, всего лишь 19, а мне нужно 25. Ну что же, идем дальше. Ну давай, 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 прогружайся, прогружайся. Что так долго вот это вот мне двоечку показываешь? Я и так все прекрасно знаю, что это вторая часть Angry Birds. Переходим на 82 уровень. Дурилка. Играть, конечно же, играть. Так, я вот не знаю, будем ли мы с тобой брать магию какую-нибудь. Лавей, наверное, возьмем просто большие головы и все. Оу, ничего себе, тут бы мне, конечно... Так, вот это вот как-то вот держится хлипенько, смотри. Я, наверное, вот так вот сделаю.
Вау. Ну, да-да-да-да-да, то, что нужно. Ну, хоть бы всех сейчас тут разбомбило. Да не может быть, чтобы вот эта свинья выжила. Друзья, она выжила, ты понимаешь? Ладно, возьмем Реда и добьем. На! Поехали. Тут тоже у нас 4 эпизода. 4 эпизода. Этот у нас космонавт, да, к тому же еще и в шлеме. А здесь нам очень хорошо. О, смотри-ка, вот туда, если мы попадем. А сможем ли мы туда залететь? Вау! Круто, на самом деле круто. Блин, выжил. Вот этот Гаврюша выжил. Поехали. Плевок. Ой, честно говоря, я хотел еще разок ударить. Так, разбейся. Значит, остается только лишь наверху. Матильда, твой выход. Замечательно. Ну что же, переходим на третий с вами эпизодик. Смотрим, что у нас здесь. А где моя серебрянка, а? Кто мне скажет? Может быть, вот здесь внизу подорвать? Слушай, какая-то хитрая конструкция. Давай попробуем. Ёлки-палки. Эльфелева башня стоит, шатается. Ну, давай. Не хочет, да? Не хочет. А если я немножечко ее подтолкну? Совсем чуть-чуть. Ну? Во-во-во-во-во-во-во. Отлично. Слушай, ну неплохо. Давай, переходим с вами на последний эпизодик. Здесь у нас кольцо злобы. То есть нам нужно вот сюда попасть, да? Вот этот космонавт мне не нравится. Он если улетит, где он приземлится, фиг его знает. Поэтому давай попробуем, наверное, с тобой большие головы для начала. Просто взял и раздавил собственным весом. Ну что же, все, друзья мои, прошли. Мне нравится, когда вот так вот мы быстро, легко и правильно, главное, проходим. Так, уже 20 ябок. Мне нужно еще 5. Да. Нет, ну вот знаете, что я заметил? Что в этой игре не работает у нас эти баталии, или как их правильно назвать. Ну не PvP, а что же у нас тут еще есть? Сейчас я вам покажу. Там постоянно нету подключения к сети. На чем бы я ни пробовал, не получается, друзья. Вот здесь вот, где у нас этот орел стоит, да? Видите, здесь местная, мировая и лучшие кланы. Играть. Вот смотри, нажимаем играть. Сейчас будет написано ошибка подключения. То есть вы понимаете, что я не могу просто здесь взять и поиграть именно вот в этот режим. И меня это бесит. Напишите в комментариях, у вас так же или вы все-таки можете играть. Кстати, у нас 285 бусинок. Давай-ка мы с тобой купим пару шапочек на наших персонажей. Так. Давай возьмем очки на Тернса. Так, неплохо. И вот этот вот горшок. Отлично. Еще 200 бусинок, ребята. Мы с вами приобретем вот этот вот набор полный. Так, у нас тут что? Что у нас в сундучке? 10 бусинок всего лишь. Нет, чтобы 400 дать, они мне дают 10. Тут вообще я заметил редко, когда тебе дают хорошие бонусы. Птичка бедная моя грустит. Сейчас, подожди, малыш, я попробую все-таки набить сегодня эти 5 яблок. А дальше как мы будем с тобой набивать, я ума не приложу. Видите, он хочет есть. Шкала уже вот здесь. То есть спускается до 0, и эта птичка меня покидает. Так, что делаете выводы? Можно, конечно, яблоки эти покупать, но для этого тебе придется потратить реальную денежку. А мы играем с вами без доната здесь. Кстати, Сева мне сделал здесь клан. Сказал, чтобы я выходил из своего вот этого, в котором в данный момент нахожусь. И он меня сделает лидером. Надо будет это провернуть дело. Так, что у нас тут? Мы можем с тобой, наверное... как-то вот так сделать. Или вот бомбить сюда придется, да, наверное. Ну-ка, я рискну. Блин,
Давай, 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 лети. Лети вниз, там тебе как раз и рады будут. Ну что же, здесь придется нам с тобой взорвать. Да ну! Так. Черт подери, ну посмотри, как плохо получилось. Тогда, Матильда. Слушай, Матильда, мне бы, конечно, хотелось бы еще как-то яблоко это ухватить. Но не получилось. И это меня коребит, на самом деле. Я думал, сейчас яблочко возьмем, и наш птенчик уже будет радоваться. Но не попали, не долетели. Здесь воздуш... О, еще яблочко есть. Хорошо, давай попробуем с вами взять Редом. Что это сейчас было? Что это за глупый... Глупый был полет, на самом деле. Еще разок. Вот так вот. Остается вот здесь свинья у нас, да? Я могу, знаешь, что сделать? Перчиком взорвать ее. Бамс. Почему перчиком, ребята? Потому что, когда мы разрушаем с вами вот эти постройки, нам идут очки. Чем больше мы тут разрушения нанесем, тем быстрее нам вернут еще одну карточку. Так, третий эпизод. Ну а тут что? А тут, если мы здесь подобьем вот эту подпорочку, только вот как до нее долететь? Легко сказать, подбить подпорочку. Слушай, давай попробуем Терренсом просто все здесь снести. Бум! Оу! Немножко неудачно получилось. Но зато мы освободили путь вот к этой опорочке. Сейчас мы ее будем бомбить. Ёлки-палки. Как же не повезло этим свиньям. Все. Очень хорошо получилось, ребята. И мы с вами прошли здесь, ну, грубо говоря, идеально. Победа птиц. Жалко, не написали страйк. Почти 4 миллиона очков. Вот еще одно яблоко. Так, я даже зашел в тройку лидеров. Но все равно я на третьем месте. И мы перемещаемся с вами на 84-ю миссию. Так, погоди-ка секунду. О, Севушка, я тебя переплюнул. Роднулька. Я-то уже вон где, а ты еще тут стоишь. Ха. Догоняй, как говорится. Ну что же, поехали, друзья. Сейчас посмотрим, что тут за уровень будет. Возьмем, наверное, с вами перчик. И посмотрим. Так, вот здесь хорошо бы весельчаков, на самом деле, да? И мне как раз их дали. Слушай, они смогут долететь так высоко? А ну-ка. Блин, горелый какой-то. Не вышло у меня ни шиша. Какой-то бред. Так, давай тогда сделаем немножко по-другому. Попробуем здесь вот так вот. Опять немножко неудачно. Хорошо, давай сделаем тогда. Блин, сдуть что ли их? О. Но это только начало. Так, мне вернули весельчаков. Это, кстати, хорошо. Вон туда надо как-то попасть. Офигеть, а как туда мне попасть? Может, бомба туда запульнуть? Блин, они не долетают. Здравствуйте. Ну, давай тогда попробуем с перцем. Ага, хорошо. Взорвалась. Ты понял? Балкой по голове ударила чувака, этого космонавта. И он погиб. А, так тут еще мелкий свин стоит. Блин, а как же мне туда вообще попасть? Это такое впечатление, что нужно вот в этот цветок попадать. А ну-ка. Угу. Так, а если мы возьмем Ленарда? Надо вот сюда вот, наверное, да? Тьфу ты, я хотел в цветок, а получилось, что он разбился. А так? Ну, давайте. Да блин! О, он разбился. Фу, мы еще и яблочко успели хватануть. Ну, я практически всех этих своих птичек потратил. А тут у нас только второй эпизод. Золотая свинья. Это у нас сундучок. Так, ну что, давай, наверное, попробуем Терренсом. Долети, главное. Ага, ага, ага. Все. Замечательно. Так, мне дали Терренса. Тут у меня еще бомб. А кто еще остался в живых, я не могу понять. Ах ты мелкий прыщ, ты посмотри, я его не увидел. Я его и не увидел, что он там стоит.
Ну, значит, делаем так. В цветочек. Отлично. Еще и поймали и выплюнули. Блин, а я его там и не увидел. Он скрыт под этими, под шкалой. Еще одна золотая свинья, да? Тут у нас бомб. И Терренс. Мы можем с тобой как-то вот так, наверное, сделать. Давай, 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 давай. Раздави их тут всех. Вот, вот это совсем другое дело. Главное, что цветочек просто взял и выплюнул Терренса как раз в эту постройку, которая здесь стояла. И у нас все получилось. Остался только лишь один бомб у меня, получается так. А ну-ка, покажите мне. А, еще и Терренс все-таки, да? Что бы нам с вами тут замутить? Как бы нам так сделать? Взорвать здесь или вот здесь? Вот даже не знаю, давай вот так вот. Ой-ой-ой-ой-ой, не то совсем, хотя подожди. Дали мне уточек, а ну-ка попробуем. Давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай. Так, вот эту постройку нужно уничтожить. Но я думаю, Терренс сможет. А она может укатиться? Ребята, она, по-моему, сейчас укатится. Круто. Ну что, мы выиграли здесь с вами. Победа, как говорится, за нами. И мы переходим на следующий уровень. Так, победа птиц. 5 миллионов очков мы заработали. Яблочко. И я на втором месте. Вот это я понимаю, вот это да, вот это результат. Так, давай смотреть, что у нас тут дальше. Так, сундучок. Ну, естественно, мы его поднимаем. Так, 80 перьев нам дали на Терренса, но этого мало, на самом деле. Так, раз, два, короче, три миссии, и мы с вами возьмем ключик. Давай приступать. 80, какая, четвертая, да, миссия у нас? Ну, тут у нас много уточек, наверное, возьмем их. Угу. Четыре эпизода. Угу. И вот, когда у нас нету вот этих вот каменных построек, мне дают серебрянку, да, вот как специально тут. Давай пробовать вот так вот. На-ка. Нехило я прорезал. Ёпрсты. А этот выживет, да? Вот этот говрюша выживет. И как же мне вот его подбить? Скажите, пожалуйста. Вот как мне его здесь подбить? Сдуть, что ли, здесь вот эту вот постройку? Или как? Попробуем. Ну... Да ты посмотри на него, а. Тогда Матиль. Ой, Матиль. Ну да, Матиль, да. Повыше взлетим. И вот здесь вот выпустим. Замечательно. Он думает, что он там отсидится втихаря. Ага. Мечтает пускай. Что у нас тут? Блин, зонтики. Тут еще в касках. Ладно. Ред, нам, по-моему, надо с тобой поработать здесь. Попробуем. Так. Вот, вот, вот то, что нужно. Отлично. Так, теперь берем нашу птичку, которая хорошо пробивает камни. Опа. Замечательно. И остается лишь вот это вот подбить. Тут надо нам что? Ну, по-моему, взять Терренса придется. И бить надо в самый низ. Вот так вот. Давай, 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 давай. Не стесняйся, да, как говорится, падай. Тут соломка для тебя постелена. Перешли с вами на третий эпизод. Тут ракета. Слушай, мы можем с тобой сделать, знаешь что? Вот так вот, сейчас возьмем уточек. Вот эти вот шарики лопнем. Ага, лопнем. Не вышло. Не вышло у нас шарики-то лопнуть. Тогда давай сделаем вот так вот. Упс. Хорошо взорвалось, да? Мне понравилось. Переходим на последний эпизодик. И тут у нас только вот этот домик получается. А, нет, вот здесь еще в ведре ханурик спит. Смотри внимательно. Если я возьму бомба. А, мы можем вот так вот сделать, смотри. Если мы перелетим с тобой, да, и взорвемся внизу,
принципе, неплохо, но этого было недостаточно. Тогда попробуем сделать... Блин, да какой-то идет... Как вот... Как тут быть? Ага. Получилось. Ну что, теперь давай, наверное, возьмем свинюшку нашу. Но мне кажется, что вряд ли у нас тут что-то получится. Блин, горелый получился какой-то. Ну вот как вот ты мне прикажешь вот туда попадать? Как? Ну вот как? Блин, я не знаю, ребят. Вот как-то в тот цветочек нужно попасть, вот который... Вот там, внизу. Вот. Отлично. Фух. Перелетел прям вот миллиметр в миллиметр. И уровень пройден. Еще на шаг ближе мы с вами к ключу. И, кстати, я на втором месте. Ну что же, переходим на 86-ю миссию. Поехали. Кстати, что это у нас такое? Пройди ежедневное испытание и открой панику короля свиней. Это вот в данный момент у меня будет испытание свиней? Хорошо, давай пройдем. Для этого я возьму тогда, наверное, большие головы. Заклинание. Смотрим. Ну, в принципе, я могу прямо сейчас применить его, да? И как раз будет хорошо. Давай, лопайте, лопайте. Смотри тут. Замечательно. Ну, я, в принципе, на это и рассчитывал. Страйк. Здесь у нас... Ну, вот это вот мы можем разбить нашими бравыми ребятами. Тут ничего сложного нету. Поехали. Так, хорошо. Теперь вот где-то... Где-то, я не знаю, ребят. Терноса можем, в принципе, заправить. Да? Давай бомбанем. Вот. К ядрине фени там все взорвали. И, например, мы с вами... Если мы вот здесь, или где нам лучше? Надо где-то пониже, вот тут, вот, вот сюда. Пробей! Не вышло ни шиша. Что там бубнит? Перец, давай перец прими. Сейчас взорвется. Нам нужна карточка. О, Тернса вернули, это уже хорошо. Поехали дальше. Третий эпизод. Что у нас тут? Кепочки сидит, понимаешь ли. Довольный такой. Ну, давай вот так, наверное, сделаем с тобой. Тут надо все это пробить. Я так понимаю, да? Во. Солидно. Блин, горелый. Так, а если я вызову Матиду? Например, мы там с тобой плюнем. Точнее, ну, яйцо это выкинем. И... Не успел. Ну, и так хорошо. Итак, хорошо, поехали на последний эпизод. Тут-то у нас какие-то колбаски из этих, сосиски, да, из шариков сделанные. Слушай, ну тут вообще шикарно. Вот если я сейчас вот сюда залечу, взорвусь, эта вся постройка полетит либо туда, либо назад. Смотрим, ага. Мне вернули бомба. Теперь берем с вами Реда. И полетели. Сейчас будем волной сдувать. Да-да-да-да-да. Никто не выжил. Ну и что же, вот этих говрюшек мы, наверное, с тобой просто раздавим Терренсом нашим. Бумс, просто пролетели. И все снесли на своем пути. Ну что, друзья, отлично все у нас здесь получилось. Да, в лидеры я не вошел, но это не страшно. Главное, что мы сейчас скоро получим ключ и будем открывать птичку. Давай. Опа. Ну что, ребята, вы мне посоветовали открыть вот эту вот. Как тебя величать-то, родная моя? Кто ты? Попробуем? Конечно, попробуем. Как тебя величать, птичка, и что ты делаешь? Давай посмотрим. Угу. Ну, например, что мы можем... Ага, вот сюда вот, да? Выпускаем. Коснись. И... Ё-пырасы-ты. Слушай, немножко не понял, что она делает. Она летит, выпускает какие-то шарики, да? И эти шарики захватывают там
камни, постройки. И все это летит к ядрению Фени как бомбы. Так я понял. Сейчас проверим. Это что-то имбовое на самом деле. Так, что тут взять бы нам? Ну, давай возьмем перец. Возьмем перец. Так, ого, 5 эпизодов здесь у нас. Тут, наверное, мы с вами... Вот здесь вот неспроста же все это дано. Давай посмотрим, ребят. Я хочу просто получше понять, как она работает. Ага, ага. Так, а этот куда у нас улетит? В никуда или все-таки встанет где-то здесь? Пока я попробую вот здесь вот продуть. У меня получилось. Так. А где этот ханорик там? А, он упал? Понятно. Поехали. Тут шарики. В принципе, так, подарочек лежит. Подарочек, нам нужно его забрать, друзья мои. Да почему наверх, ну почему не вниз-то? Ну, даже в цветочек никто не попал, а. Это нечестно. Теренс, отомсти, пожалуйста. Отомсти. Бум, бум. Вот. Адьюс, амиго. Так, поехали дальше. Третий. Третий эпизод, еще два впереди. Так, здесь они в ведрах сидят. Так, а здесь нам кто понадобится? Наверное, Чак. Попробуем. Оу. Хороший погром я тут устроил. Слушай, а вот сюда мы можем с тобой... Если Матильда долетит... Блин, а я в этом сомневаюсь. Ну хорошо, попробуем. Выпустить... Даже не успел выпустить яйцо. А, он выжил. Ты понял? Вон он сидит. Тайком. Давай уточек выпустим. Ну. Я надеюсь, раздавят его. Да. Да ну! Все, задавили его там в конце концов. Предпоследняя миссия у нас здесь, да, эпизодик. Ёпрст-то. Что себе тут стрепнину сделали. Если я полечу, взорвусь вот где-то. Где-нибудь вот здесь. Будет нормуль? Нормуль! Ну верхний-то выжили. А нет, нет. Не выжили. Замечательно. Переходим на последний эпизодик. Страйк там заработали. Так, ледяная, да, вот здесь вот ледяная постройка. Ну, тут можно, наверное, и нашим редом попытаемся. Ёпрст. Давай, 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 ломай. Отлично. Вот эти цветочки нам очень круто помогают, на самом деле. Так, ну что же, давай теперь попробуем. Здесь как-то дотянуться нам надо. Я могу предложить тебе взять серебряночку. И вот так вот. Упс. Один выжил. Один, говорю, что выжил. Так, если мы взлетим. Давай по старой траектории. Вот по этой. Мы как раз должны, по идее, упасть на этого свиненка. Пролетел, как этот бомбардировщик, елки-палки. Ну давай, Матильду. Отлично. Хорошо. Сколько мы очков получили? Ух, почти 6 лямов. Ты нашел подарок, отправь его другу. Знать бы, кто у нас играет. Знать бы, кто у нас играет. Ну, я имею в виду, кто живой игрок. Ну, давай поставим, если вот здесь вот Сатана, амбассадор. Давай амбассадор отправим. И у меня второе почетное место. Поехали дальше. Скоро, кстати, у нас здесь будет босс. А после босса, по-моему, там останется немножко. И мы перейдем с вами на следующую карту. Ну что же, 88 уровень. Поехали. Слушай, я яблоки-то накопил. Что-то я как-то про них и забыл. Мне же нужно было 25 яблок. Блин, я магию забыл взять. Блин, что за... Растяпая. Ну что, давай попробуем, наверное, вот здесь вот. Опа. Хорошо. Хорошо получилось.
Так, теперь нам нужно, наверное, тут Тернсом все-таки бомбить. Давай попробуем. Блин, а вот тут вот, а вот тут у нас не получилось бомбануть. Если мы с тобой возьмем серебрянку, попробуем ей. Бред, да? Или нет, подожди. Ну, ломайся, говорю тебе. Шикарно. Я думал, что сфейлимся сейчас. Нет, все хорошо. Серебрянка там летает. Ну что же, давай посмотрим, что у нас тут. Ракета. Опять этот космонавт тут. Слушай, я, наверное, вот так сейчас сделаю. Ведь вот эти вот камушки не зря здесь даны, согласись. Во-во-во, давай. Трындец тут погромче. Ай-яй-яй, а вот это вот нехорошо. Гаврюшечка-то тут один остался у нас все-таки. Ну, падай давай. Замечательно. Ну что же, переходим с вами на третий эпизод. Так, что нам тут сделать? Пробить чаком здесь земельку. Так, тут подарок у нас. Давай, наверное, мы вот так вот сделаем. Опа. Хреновенько на самом деле. Как-то не очень хорошо. Неудачно вышло. Ладно, тогда давай попробуем так бомбануть. Опа. Да что-то, как оно... Тихо, подожди. Давай падай. Взрывайся здесь, ну, динамит. А вот это вот выжило, да, постройка? Ну-ка. Возьму я, наверное, бомба. И запущу его вот таким вот образом. Шикарно. Слушай, у нас последний эпизод. Идем довольно неплохо. Птичек у нас 3. О, нам еще и Тернса вернули. Вот сюда мы, наверное, с тобой сделаем. Да, наверное, так и будем делать. Опс. Шикарно на самом деле получилось. Теперь мы можем с тобой взять нашего Реда и отправить вот сюда. Блин, я им не завидую. Тут таких погром устраиваем, да? Че ты плюешься, цветочек? Не надо плеваться. Мы уже прошли этот уровень. Причем довольно неплохо. Подарок опять. Кому? Ну, давай на этот раз отправим Денису. Терминус Ника Ленина, Даниэль Мастер. Поехали. Ну что, друзья, продолжаем наш путь. И 89-я миссия у нас, как говорится, впереди. Дальше 90-я, тут босс. Потом мы возьмем сундучок и перейдем с вами в Свиноград Свинхай. Типа Шанхая, да? То есть две миссии буквально пройти и все. Главное, чтобы все у нас тут получилось. Возьмем с вами, наверное, здесь. Ничего не будем брать. Надо поэкономить заклинания. Тут у нас 5 эпизодов. Тут зачем-то ракета. А зачем она внизу здесь нужна, я не могу понять. Бред какой-то. Так, давай, наверное, просто бомба запустим. Вот куда-нибудь туда, в серединочку. Ну, вот так вот. И взорвем. Упс. Хорошо. Дополнительная карта, бомба нам вернули, а мы с вами переходим на следующий эпизодик. А это еще что-то... Что это у нас за шахтер? Это который случайно не подбивает ли наших птичек, а? Своим лазером. Что-то именно... Напоминает именно его. А ну-ка давай, наверное, мы с тобой попробуем вот здесь вот сдуть. Бред получился какой-то, бред. Хотя, подожди, оно должно упасть. И... Тресь хрустнула, как говорится, древесина. Поломались камни. И все к ядрине фени улетело. Так, а теперь вот пробуем с тобой такой вот вариантик. Во-во-во, смотри, что получилось. Ё-парсеты. Тут жесть как... Слушай, ну это имбовая на самом деле птичка. Ребят, спасибо большое, что посоветовали взять ее в первую очередь. Она действительно очень хорошо мне помогает, выручает. Так, здесь мы, наверное, с тобой сделаем вот так вот. Здесь дунем. Упс. Да ладно, как ты устояла? Постройка, как ты устояла? На самом деле я хотел, блин, чтобы вот этой фигни здесь не было. А, мы можем вот что сделать, смотри. Бам!
Ёлки-палки, отлично. А теперь вот здесь вот внизу пробивать нашей серебряночкой. Во, то, что нужно. Слушай, замечательно, дополнительную карту получил. Этот приземлится, да? Вот зараза. Это плохо. А, он упал. Все, друзья мои, он упал. Нам остается лишь уничтожить вот здесь. Да как ты выжил, Ахламон? Вот объясни мне. Как ты, мелкий свинопас, умудрился там выжить, а? Из-за тебя пришлось целую птицу потратить. Они у меня на вес золота. Ой, ладно, давай смотреть дальше. Тут шатается все. Блин, давай попробуем. Получится у нас? Ну-ка, хочу проверить. Ой-ой-ой-ой, что она творит, а? Да это просто имба какая-то. Вообще жесть. А это... Посмотри на его физиономию. Лети, лети, давай. Посмейся еще, посмейся. Хорошо смеется тот, кто смеется последним. Ну что у нас тут? Кольцо силы, да? Если я, например, запущу туда бомба. Хм, погоди-ка. Погоди секунду. Тут лучше я, наверное, сделаю Терренсом. Вот так вот пролетим. Все смяли, да? И... Они что, издеваются надо мной, что ли? Я не могу понять. Издеваются, что ли, эти свиньи надо мной? Да как ты выжить-то умудрился в таком хаосе? Та-да-да-данц. Все, ребята, с горем пополам прошли мы с вами этот уровень, эту миссию. Что тут, что зависло-то все? Я уже думал, глюканула игра. Меня даже не хватило вот немножко, чтобы я был на третьем месте. Обидно. Ладно, давай двигаться далее. У нас еще одна миссия. Как раз это, по-моему, у нас с боссом, где мы должны будем его проучить. Ну, тут, конечно же, возьмем с вами магию. Переходим на последнюю миссию. Так, здесь у нас будет король. Надо подготовиться хорошенько. Эй, а что выбор не дали магии? Вот упыри. Специально, да? Давай подумаем, что здесь нам лучше сделать. Если я сюда дуну, это все полетит. Нам нужно сломать, да? О, хоро... Ой, елки-палки, вот это бумкнуло. Божественно просто-напросто. Что тут нас поджидает? Мне дадут моих весельчаков, чтобы я здесь мог пробить? Нет, не дают. Тогда давайте попробуем с тобой сделать подленький трюк. А ну-ка. Получилось? Ну, почти, ребят, почти. Эть, давай, накоренись. Полетело все к ядре, не фени там. Остаются вот эти вот орлы. А как мы с тобой можем подбить? Матильдой? Давай попробуем Матильдой. Ой, не-не-не-не, ну зачем же ты? О, смотри, бумс. Слушай, а вот это как вариант, да? Смотри, летит Матильда, сбрасывает яйцо. Его ловит, вот, например, растение и выстреливает. Как варик. Как варик, надо будет запомнить. Так, а здесь-то у нас что? Здесь... Ох, ёлки-палки. Если я, например, вот этих вот подобью. А мне их подбить желательно, ребята. Вот так. Давай. Ё-парасете, ты посмотри, просто круто. Я не завидую этим. Подожди, ну вот куда ты, вот, ну вот куда ты летишь? Он, ребята, летит. Так, подожди, у нас есть серебрянка? Серебрянки у нас здесь, к сожалению, пока нету. Чак не пробьет же здесь, да, ведь? Мы можем с тобой воспользоваться Терренсом. У Терренса все хорошо получилось. Ну вот этот-то выжил, а? Вот этот-то выжил, и опять придется мне тратить чака. Просто в холостую. Так, это у нас четвертый только лишь эпизод. И тут, они тут везде.
Что будем делать? Блин, мне кажется, вот этот чувак подобьет мне птичку. Я не уверен, конечно, но мне кажется, что он так сделает. Мы можем с тобой, знаешь, что сделать? Вот так попробовать. Бумс. Улетел, короче. Туда ему и дорожка. А вот здесь как? Если мы вот сюда прилетим, например, да, сделаем взрыв. Отлично. Отлично. Ну что же, идем на уровень с боссом и смотрим, что здесь из себя представляет карта. Куда он, сюда сядет? Хорошо. Так, а что они там делают? Смотрите, ребята, они что-то... Не пойму, они чем-то стреляются? Снежками, что ли? Так, куда же нам тебе нужно? Нам, по идее, нужно, чтобы он сюда вот упал, да? Скатился. А как мне это провернуть? Ладно, попробуем с тобой пробить. Блин, тут надо как-то еще успеть. Воу-воу-воу, куда она полетела, птичка-то моя? Слушай, а если я свинью возьму в шарик, смогу или нет? Блин, ну, тележка, давай. А, тут опорка какая-то еще мешается нам. Давай сделаем так тогда. Тележка, ну, катись. Катись, 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 катись. Вместе с этим свином. Давай, 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 чтобы он упал. Да ладно, ты издеваешься. Вот ты сейчас вот просто издеваешься. Поехали. Ломаем. Вниз. Куда мы его взяли, блин? Это нечестно. Это, я считаю, нечестно, ребят. Ну, что это за бред? Он должен был упасть. Они... Ну, а как мне его теперь там достать? Пш, я не знаю. Камнями столько прибить. Да. Получилось. Как ни странно. Честно говоря, я думал, что проиграем опять, сфейлимся здесь. Но все удачно. Удачно мы этого короля бомбанули, да? Ага, ну как всегда, мы радуемся, и у нас похищают прямо из-под носа яйца эти, да, птичьи. Ну что же, мы переходим с вами, по идее, в Свинхай, по-моему, так называется у нас город. Угу. Так, сундучок наш. Так, что у нас тут выпадет? 180 перьев на Реда. Играть. Ну что, друзья, обязательно с вами будем дальше продолжать играть. Кстати, здесь у нас ключик на 100, на 108 миссии. Ну, тут очень долго. Ух, идти, идти. Босса нам нужно будет завалить, а потом только ключик возьмем. Но мы все равно его возьмем, рано или поздно. Ну, а пока будем закругляться. Давайте-ка посмотрим. Я накопил, кстати, яблочек на то, чтобы покормить моего птенца или нет. Мне нужно было 25. Так, смотрим, всего лишь 22. Блин, не хватает, друзья, почему? Как быть? Ну что тут еще загрузки-то 3 часа идут, я не понимаю. И нам достается одни шпроты, да, для орла. Ладно, я не возражаю, это тем более очень круто на самом деле. Забираем. И все, что ли? Блин, ну я так не играю, ребят. Бесплатно. Ох ты, корону вытащил. Надо же. И это у нас для серебрянки. Слушай, ну это козырно на самом деле. Значит, мне нужно еще сколько там? 3 яблока, да? 3 яблока. Ладно, ребята, я думаю, что вечерком поиграем. И надеюсь, птичка к этому времени от меня не убежит. А то неохота терять, как говорится, всю мощность нашей рогатки. Ну а на этом все. Всем пока, всем удачи и до новых скорых видосиков.